чик-чик-чик-чик. Это круче, чем Бэтмен. Это видео стрит-фэшн. Мы находимся в Олимпийском. Нет, одну секундочку, реально. Очень позитивно. В каждом нашем ролике. Впечатление. Look to look, baby. Я вам говорю. Итак. Что, мы снова нашли наших знакомых и друзей, которые сегодня нам расскажут кое-что. Здравствуйте, меня зовут Лёша, я фотограф. Вообще снимаю в основном модельные тесты. До сюда. Различные там тоже истории. Это круче, чем Бэтмен. Total Dark, я не знаю. Все в чёрном, даже трусы беру, какой-нибудь чёрный. Псы, закрутил, лаком закрутил. Очень позитивно. Было очень трудно их уложить, потому что они непослушные. Походу они очень крутые. Показываю видео. Вот так. Ну я люблю просто фотографии очень. Много моделей. Я не... Здравствуйте, меня зовут Данил Николаевичу. Бодибилдер. Чтобы сильно не шумело. Прикольно, я фэшн-блогер, и я думаю, я никогда не продумываю с вечера, что одевать. Зачем вас видите? А что пишете про моду? Что нравится. Сапотин. Как его зовут, но все было прикольно. Да? Причем классно, такой был рок-н-ролл. Я вам говорю. Я занимаюсь фитнесом. Пока все еще не началось. Занимаюсь тем, что...
элементов искусства. Красиво. Мантами тоже занимаетесь? Ну да, вот тут вещей. Вот ты знаешь, манты огни, а есть для манта. Вот я видел много-много-много. Вот я не знаю, почему это правда такое есть, да? Что именно вам? И люди любят синие бриллианты. Yeah.